Главу. А после истории с Диной и следующая история наконец, уже Всевышний говорит Якова, видимо, он не осознал до сих пор, что ему нужно уже возвращаться в Бетель как он пообещал когда-то, когда уходил из земли Израиля. А теперь говорит ему Всевышний иди, поднимись в Бетель, и а, там сделай жертвенник Всевышнему, который тебе открылся, когда ты убегал от Исава, твоего брата. И Якова, все его семейство приготавливаются, я вам сказал, что очиститься нужно, у них там же было много трофеев, чем в том числе предмет поклонства, видимо, или что-то, что близкое к этому. Так они все это похоронили, очистились, видимо, окунались. Эта гора Тагара обычно в более поздние времена включала окунание, здесь он говорит, поменять их одежду и пойдем в Бетель. Там, где я когда-то мне Всевышний ответил, когда убегал, когда было мое тяжелое время, и, значит, отдали дети Якова все, все эти трофеи, которые были связаны с идолопоклонством. И везде, где проходила семья Якова, всех боялись. То есть никто не пошел на войну, чтобы защищать жителей Шхема или как-то там за жителей Шхема. Дело в том, что вообще канонейские на нации, они были очень раздробленные тоже. Поэтому в этом было большое преимущество, что они никогда особенно не объединялись против евреев. Поэтому и преимущество сегодня у Израиля, что если бы все арабы и все вообще мусульмане верили бы в одну абсолютно религию и все друг друга любили, то Израилю было бы очень трудно с ними. А так у них, кроме ненависти к Израилю, все еще очень много ненависти между друг другом. Большинство войн, которые в последние, допустим, 50 лет велись на Ближнем Востоке, почти не затрагивали Израиль напрямую. Была очень длинная война между Ираном и Ираком, да, шиитой и суннитой. Там больше миллиона людей погибло. Да? Кажется, помню, у нас с одной стороны миллион, с другой стороны что-то в этом роде. Жуткая резня. Ну, конечно, всем было наплевать. Да? Мир же особенно не смотрит на такие вещи. Их только Израиль интересует. Вот. Поэтому то, что там перебили столько людей невинных, никто особенно не почесался. Вот. Потом был Кувейт с, с Ираком. Тут и те, и другие суниты вроде. Да? У них много общего, но Кувейт он более жирный такой, да? получает достаточно достаточно полезных ископаемых да, в нефти, а Ирак, там победнее люди живут, хотя у них тоже много нефти, но это используется для войны, а не для инфраструктуры. Вот. Когда-то Саддам Хусейн каждому террористу семье посылал чек за то, что они убили еврея. В общем, вот этот вот спонсор терроризма Саддам Хусейн пошел против Кувейта и завоевал Кувейт, потом была война там, ну, знаете, еще очень много разных войн, Собиса, там, в Сирии, в Ливане, в других местах. В Ливане вообще уже фактически очень много лет с тех пор как они пустили туда арафата с тех пор там полностью дисциплинируется обстановка и все воюют против всех уже очень давно вот как Натаньяху правильно им сказал вы, я еще помню когда Ливан был жемчужной же Ближнего Востока вы уже многие родились вам с времени когда не было кожи нормальной страны failed State как по-английски вот ну и конечно там на севере Африки было много разных восстаний, в Йемене, конечно, полный хаос, и разные части страны контролируются разными группами. В общем, тот факт, что они все друг с другом воюют, получается, Израиль – это как раз единственный остров стабильности более-менее. Ну, кроме еще вот этих вот стран вокруг Саудовской Аравии, да, там, где очень много богатства, там они как-то контролируют, у них небольшие населения, они как-то контролируют ситуацию пока, во всяком случае. А остальные все, все практически арабские страны в полном хаосе постоянно. Так вот, во время, когда семья Якова проходила между, между этими всеми городами, то никто из них не решил отомстить семье Якова за Шхем. Наоборот, они все боялись и не объединялись. У них все были каждый сам по себе. Хотя есть какие-то легенды и какие-то внешние, как говорят, книги, это Сфарм то тоже называют, то есть есть какие-то полумедраши, что ли, которые упоминают какие-то войны, которые тогда происходили, что, что против детей Якова, да, семьи Якова тогда пошли какие-то из Кнанеев. Но, как я сказал, на это нет никакого источника, ни, ни, ни четкого источника от Хазаль, ни тем более в самой Торе, наоборот, видите, что, их все боялись. Может, это подсказано словами Бехарби у когда Яков говорит Иосифу, да, перед смертью я завоевал это своим мечом, но, но Хазар считает, что имеется в виду молитва и объясняет там всех по-другому. В любом случае, простой смысл, что, что, что никто не стал атаковать, и, и, евреи спокойно добрались, и семья Якова спокойно добралась до, до Луза, вот это чуть-чуть севернее Иерусалима, видимо. Если это простой смысл, я уже говорил вот в начале главы Вейца. Есть большой вопрос, где именно Яков видел этот сон? Это был ли сам Иерусалим, по некоторым мнениям, или это какой-то другой город, но как-то связана лестница, которую он видел, часть ее была над Иерусалимом, может быть, середина или верх, или что-нибудь в этом роде. Вот. Простой смысл, что Луза это не Иерусалим, это другой город севернее. Значит, он добрался до Луза, который Бейтель, и построил там жертвенник и возвал именем Всевышнего. И там умерла, вернее, в это время, видимо, умерла Дивора Менекет Ривка. Дивора кормилица Ривки. Что вообще это значит? Какая-то кормилица Ривки была упомянута, когда Яков, когда, вернее, Элиезер да, забрал Ривку, помните, из дома Лавана, из дома Битуэля. Только говорится, что с ней поставили ее кормилицу. Но это совершенно не факт, что это та же самая кормилица. Как говорит, Ранбану у важных людей было много кормилиц, бывало. И вообще, в каком смысле кормились? Она ее сама кормила, то есть она еще старше была, чем она, получается, чем Ливка. Сколько же ей лет там к тому времени было? Уже Яков не молодой к тому времени. Или же имеется в виду, что она кормилица в семье Ривки была какая-то. Да, может она, например, детей Якова как раз растила. Когда-то была у Ривки, может быть, служила у Ривки, еще когда Яков маленьким был. Кто знает, тут не очень все понятно. Но вот какая-то Девора, она впервые упомянута по имени, и говорится, что она умерла. Хазарь говорят, что это намек на то, что и Ривка в этот момент умерла. Просто Тора не хотела описывать смерть Ривки, и поэтому намекла, что умерла ее кормилица. Есть какие-то легенды, что это как раз Девора была послана... Ривкой в дом Лавана, чтобы сообщить Якову, чтобы он возвращался. В общем, потом она, видимо, оставалась в семье Якова. И в результате она сейчас умерла. Ее похоронили и назвали это место, ее дерево, где вы похоронили, ее назвали плачущим дубом, что ли. Элон, Алон, Алон Бахут. То есть, такое такое такой плач по ней, да, кто она такая, чтобы не так уж плакать. Но, видимо, она была очень важным членом семьи, или, как я сказал, намек на то, что Ривка тоже умерла. Так якобы не увидела ее, и ее непонятно, кто вообще хоронил, потому что Исава ее не любил, а Ицхак был очень больной и слепой, или почти слепой. Поэтому, наверное, ее хоронили местные жители кнанейские, поэтому Тор не стал об этом распространяться. Говорят, Хазар, что ее ночью похоронили тихонько, чтобы никто не, 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 не говорил. Вот мол, хоронят мать Исаву. Исава была плохая репутация. Вот. И Всевышний благословил Якова, утешил его и э, назвал его тоже Израилем Тогда до этого его Якова назвал Израилем если вы помните, э, назвал ангел. А теперь его Всевышний тоже подтвердил, так сказать, это, это имя Новое. И сказал ему Всевышний. Я Алеф Ламед Шиндал Далед Юд, это два имени Всевышнего, которые связаны со сферой Исо, согласно Кабале. Это имя, которое используется именно в отношении праотцов. Позже в главе Вайра Всевышний скажет Моше, что я вот праотцам открывался этим именем, а не через имя Гавайя, главное имя, через которое все чудеса совершаются. То есть праотцы, конечно, знали имя Гавайя, но это имя, оно не, 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 не через него, так сказать, Всевышний руководил миром в этот момент. Да? Шин Юд, или «Бог Всесильный» так переводит. Вообще слово «Шиндал «Ша» потом «Дай» произносится. Мы просто так не произносим имена Всевышнего. Вот, это имя, оно довольно редкое в Торе, но мы иногда его произносим в молитвах тоже. Например, «Алейну» и «Такен Оламби Малхут Шиндал и чтобы установить мир с Царством Всевышнего. Вот что точно значит это имя? «Шиндал Эдюд» – «Всесильный». Да, у Авраама тоже упоминалось в контексте Авраама это имя. Сесильный Си или да, так приводят по-английски, Almighty. God Almighty, так они приводят. Вот. Некоторые говорят, что а, э, связано это э, с тем, что Всевышний, когда создавал мир, он как бы поставил ограничения. То есть имя трактур, как вы бы отвечаете, как ше, тот, кто сделал, чтобы было дай, достаточно, да. «Плодись и размножайся, и народы и цари выйдут из тебя». Говорят, что когда первый царь Израиля, который был с Бениамина, да, Шауль, умер, то руководствовался именно этим стихом Авнер, главнокомандующий Авнер на севере, руководствовался этим, чтобы поставить сына Шауля царь, царем, а не Давида не приняли. Большинство колен тогда не приняли Давида, только Иуда остался за Давидом. Причина была в том, что они говорили, что вот написано, что из тебя выйдут во множественном числе цари. А у Якова не родился только Бениамин. Значит, из Бениамина должно быть не меньше двух царей, чтобы было множественное число. Поэтому они вот так вот трактовали этот стих. млахим цари из тебя выйдут, что выйдут еще в будущем родиться ребенок, от которого выйдут цари. Это не обязательно так понимать, можно сказать, что выйдут в принципе цари из тех, кто уже родился из его детей, да, потом выйдут цари в результате. Но вот так понимал Авнер что должно быть, как минимум, два царя из Бениамина. Вот, и тебе, я дам эту землю, которую я попишу Аврааму и Исхаку. И после этого э, поставил Яков Мацейва, опять столб какой-то, а может, это тот же самый, как говорит Ибн который уже был поставлен. И возливал на него масло и, э, и видимо, вино. А может это была вода, говорит рабай Каплан. Да, и были разные виды возливаний. Позже в Иерусалиме, да? каждый день возливали вино, а в сукот возливали еще воду, чтобы как бы знак на то, что будет скоро дожди. А масло воз... обычно у нас на жертник не возливали само масло, а его смешивали с мукой, и вот это была часть хлебных жертв масло... мука с маслом. И назвал Яков это место Бетель. И потом они, когда стали двигаться оттуда в сторону будущих территорий Игуды, не доходя до Бетлехем, стала рожать Рахель. У нее был последний ее ребенок. И она стала умирать в природах. И тогда она назвала своего сына уже видя, что она умирает, Бен Они, сын моей грусти, как-то так, моих несчастий, моих страданий, моей скорби, что ли. А, соответственно, Якова его назвал Беньямин, сын моего, моей правой стороны. То есть оставил почти это имя, но чуть-чуть изменил, чтобы не было, не было, так сказать, негативного смысла. Беньямин. И тогда вот э, он похоронил Рахель э, прямо там на пути, не доходя до территории Игуды. Хазарь говорят, или в основном так, комментаторы говорят, Банда так пишет, что Яков специально уже он чувствовал, что в, каких, в будущем эти территории будут за Беньямином, то есть он похоронил ее там, где будут будущие территории ее сына, и не хотел ее вести в ближайший город, где будут потом территории Игуды, которые происходят не из нее, а из Леи. И вот это до сих пор остается могилой Рахели. Между прочим, вот там могила Рахель, которая сегодня в Израиле считается, я видел, что и насчет этого поставили на самом деле под вопрос, та ли это самая могила. Не исключено, что могила Рахели э, постепенно была забыта, ведь были времена, когда очень мало евреев жили в земле Израиля, и, в частности, в Вавилонском знании много лет, да, фактически пару поколений евреев вообще там не жили. Поэтому кто сказал, что сохранилось то же самое место? Ну, считается, что это то самое место, то есть получается больше трех тысяч лет назад, три с половиной, даже больше тысячи лет назад была похоронена наша промать Рахель, вот до сих пор туда ходят. Кстати, то, что считают ее your site, там, кажется, 18-е, да, Мархешван или что-то такое, то тоже не очевидно, что это правильный юрцайт. Ну, наверное, это не так уж и важно, если люди собираются на какой-то день и в этот день вспоминают, молятся на, у могилы этой праведницы, то, наверное, это... Хорошая идея в любом случае. Столько духовности собирается, когда столько людей туда приходит. И после этого, говорится, когда остановился дальше там, видимо, он двигался все время на юг в сторону юга, Израиль, когда он там остановился. В каком-то месте, а дальше, чем Мигдаль Эдер. Не знаю, что это все за места. Ну, раб Каплан, как обычно, приводит, говорит, что это Но, говорит, посередине между Бетлехемом и Хевроном. А, так вот, там, где становился Яков, там пошел, говорится, Рубен, и переспал с Билхой его наложницей. И Яков услышал. Это вот одно из нескольких мест истории где. Стих прямо посередине прерывается, то есть параграф посередине стиха. Обычно разделение на стихи, оно меньше, чем разделение на параграфы, да, на паршиот. То есть, если кончается стих, то это может не кончаться параграф. Но если кончается параграф, то однозначно кончается и стих. А есть парочка мест, не помню столько, но вот это одно из них, когда прямо посередине как бы прерывается, как будто многоточие поставлено, то есть новый параграф, но при этом стих тот же самый. И услышал Израиль три точки, да, что можете себе представить, какая была реакция у Израиля. И, и дальше продолжается стих на, ну, в новом параграфе. И было 12, детей, 12 сыновей у Якова. То есть больше сыновей у него уже не родилось. Или имеется в виду намек, что типа, тем не менее Рубина он не стал выкидывать из семьи, что он остался среди 12 сыновей, несмотря на все, что произошло. Ну и, как вы знаете, Хазаль Даршин да, объясняет, что здесь не произошло, на самом деле, сексуальный акт не был сделан. То есть тоже говорится, что Рубин переспал. Э, здесь это как бы некое преувеличение. Бывает, что у пророков да, очень строго они описывают что-то, что сравнимо с таким-то грехом. На самом деле трудно в данном случае так это принять. Но есть еще другие даже попытки грамматически объяснить, что речь идет не об этом. Например, вот такое приводит от имени Велинского Гаона. Вообще много что приводит от имени Велинского Гаона, он, может быть, и не говорил вовсе. Есть много разных традиций. Знаете, Вильнинский гаон – это Лихавдил как Пушкин для русских. То есть, когда слышат что-то интересное, или там умное, какой-то афоризм, когда, это Пушкин. Да? Но, также вот часто какие-то умные э, или интересные вещи готовы, это сказал Вильнинский гаон. У хасидов обычно да, но, но не факт, что на самом деле Вильнинский гаон данное утверждение сделал. Э, это не написано в, его, в собственных писаниях. Но вот от его имени приводит следующее, что можно всех так понимать что когда Израиль находился на этой земле проходил Рубин, когда когда в отбилга, когда Израиль в этот момент пытался быть со своей женой со своей наложницей то есть в момент, когда когда Израиль хотел быть со своей женой, он думал, что все спят, да, тихонько собирался иметь отношения с женой, ну с наложницей, она может быть уже имела статус как жена теперь. Так в этот момент проходил мимо Рубин. И услышал Израиль, то, что то проходит мимо. И поэтому он не стал с ней быть, и у нее родился еще один сын. Иначе бы, может, родился еще один ребенок. Получилось, что 12 детей у Израиля, потому что он в этот момент услышал, что проходит Рубин, и не стал иметь отношения с женой. Нескромно, когда рядом там люди ходят. Да, у них же как-то все жили по-другому, чем сегодня. Сегодня у людей там в спальне, они запираются. Я не знаю, как тогда жили, где вот точно. Дети находились. В общем, проходил Рубин рядом, может, с палаткой или как у них там был какой-то шатер. И э, Яков не стал быть со своей женой, и поэтому не родился еще один ребенок. То есть, получается, по его мнению, Ваишкав это Билха нужно понимать как продолжение того, что я узнал до этого насчет Израиля, а не про то, что проходил Рубин. Что не Рубин пошел и переспал с Билхой, а Рубин проходил, когда Яков пытался спать со своей женой Билхой. Насколько, как я сказал, это убедительное объяснение, я думаю, что очень натянутая. И, как я сказал, не уверен вообще, Венецкий он такое говорил ли на самом-то деле. Вот. Но эти все попытки, они именно вот в стиле того, что считается, что есть места, где в Торе э, какие-то критики еврейского народа, они преувеличены только на уровне, так сказать, этих великих людей, считается, что они как будто согрешили. Здесь еще одно очень похожее место, которое, кстати, легче объяснить действительно не в буквальном смысле, а именно в начале книги Шмуэля описывается про э, праведника Эли, у которого были сыновья не такие праведные. Он был первосвященник и глава народа, судья. К нему приходили и по религиозным вещам, и вообще он и благословение мог дать. И у этого Эли было два сына, Пинхас, Хофни, Хофни и Пинхас. Так вот эти двое, говорится, что по них прошли слухи, что они спят с чужими женами. И Эли их стал упрекать, нехорошо мои сыновья, что про вас ходят такие слухи. Как-то так он им говорит. Такое впечатление, что он сам в эти слухи не очень-то верит. Потому что если бы действительно они спали с чужими женами, он должен был бы там гром и молнию метить, да, такой праведник, как Эли, если его сыновья занимаются прелюбодеянием, вы представляете, какой это грех страшный. А такое ощущение, что он так упрекает, немножко мягко, и что типа плохо, что про вас такая репутация. что плохо, если даже слухи такие идут. Вот там однозначно говорят наши мудрецы, что они на самом деле не спали с этими женщинами, но они не очень торопились приносить их жертвы. Женщины же часто приходили в храм, даже чаще, чем мужчины иногда, потому что женщинам нужно было после каждого рода, каждых родов, приносить птичек или, или животное, птицу, как Тора описывает в главе э, Тазрия, да, и также после того, как у них зив, зива, зива – это тип менструации не, не в обычное время, не в нужное время. Поэтому женщины бывали в храме по много раз в год, э, или, во всяком случае, по, по несколько раз в год, я не знаю, зависит от женщины, да, но, по крайней мере, это не, не так редко было, что они приносили своих птичек, и эти э, э, ленивые, так сказать, эти элли, ну не то что ленивые, но не очень торопились, образовалась очередь, они там э, продолжали ночевать, пока их птичек не принесут, потому что они не были уверены, э, хотели бы быть уверены, что птичек принесут, примут у них и принесут, и только тогда они возвращались домой. Тем более есть же следствия какие-то, что женщина полностью не считается, что э, э, очищена, пока не принесет этих птичек. Она не может приесть в Корбан-Песах, к примеру, пасхальную жертву, пока не принесет и другие тоже части жертв. Поэтому им было важно проверить, что Хофни и Пинхас принесут их жертвы. И они там застревали на несколько дней, и пошли тогда слуги, что специально Хофни и Пинхас не хотят их приносить в птичек, чтобы они там по ночам э, с ними имели отношения с этими женщинами. Вот. Знаете, как бывает, когда такая толкучка, много людей, кто, кто где лег, там и спит. И кто-то на кого-то напоролся ночью, там встал в туалет, например, проходил мимо, кого-то задел, закричала, и говорят: о, ее пытались изнасиловать или что-нибудь в этом роде. Такое бывает направо и налево, да, в таких вот скучных местах. Я однажды в метро стоял и занимался ну, читал, занимался тоже, читал трактат Талмуда. И какая-то женщина рядом стояла, и там очень была большая толкучка, и я задел ее, и она так стала орать, как будто я ее изнасиловать там пытался в метро. Случайно задел книгой просто ее. Вот. Так что так, такое можно себе представить, что, что эти женщины, которые приходили э, приносить жертвы, и там еще и спали э, день за днем, помогло это все привести к слухам. Но вот здесь это не просто слух. Здесь Тора говорит, что он пошел и переспал с Билхой. Поэтому сказать, что это было преувеличение, это гораздо труднее, на мой взгляд. Но вот, Хазар говорит, что любой, кто э, мешает, так сказать, мужу и жене, в каком-то смысле считать, как будто переспал. С его женой, да, тем самым сделав ее запрещенной мужу. То есть, что произошло, по их мнению: что Рубин пошел и эм, забрал кровать отца из шатра Билхи. То есть, он говорят, что он возревновал, что вот, мол, мало того, что мой отец больше всех любил Рахель, так теперь, когда Рахель умерла, он теперь проводит время снова с Билхой, а не с моей мамой Зил, э, Лей. То есть он считал, что Лея должна быть главной женой теперь, когда умерла Рахель. Даже когда она не умерла, Лея, в общем, заслуживала быть, она была первая жена, и она больше детей родила, и тем не менее, пока еще была Рахель, они как-то мирились с этим, что Рахель – любимая жена. Но теперь, когда Рахель умерла, с какой стати мой, мой отец теперь Билху выбрал, а не Лею? Так вот, Хазар считает, что он переставил ложа отца, и тем самым как бы помешал супружеским отношениям отца с Билхой, и это считается как, как прелюбодеяние. Сравнимо с, на, на уровне, значит, Рубина, сравнимо с прелюбодеянием окей. Okay. Можно верить и так, и так. Тут нет никакого запрета считать, что простой смысл стиха верен, как многие комментаторы считают. И, возможно, и во время Хазаль были диспуты на этот счет. Я сейчас не помню, но многие из вот это Основная эта суки, это в трактате Шаббат. Там приводится целый ряд вещей. Говорят, все, кто верят, что там, допустим, Рубин согрешил, они ошибаются. Все, кто верят, что там, допустим, Давид согрешил, там, они ошибаются. Все, кто верят, что дети Эли согрешили, они ошибаются. Да все в одном месте в Талмуде. Приводится, так вот, насчет этого хотя бы часть из этих утверждений там в самом тамуде приводится, те, кто спорят. Насчет Давида, насчет там детей Эли, кажется, есть мнение, что только один из них э, э, отношения имел с, с женщинами, но не, не, но, но, но не, не то, что оба не, не имели. В общем, можно объяснять, в принципе, и как простой смысл. Заметьте, что Хазани говорит, что любой, кто скажет, что Рубин согрешил, он еретик. Такого никто не говорит. Они говорят, что он ошибается, окей, значит, есть мнение в том, что, что Рубин не согрешил в буквальном смысле, не переспал с наложницей отца. Но есть и мнение, что это что-таки был сексуальный акт, вопрос в том, зачем это Рубину было. Ну, в этот момент, может быть, Рубин был и не женат, в общем-то, да, и мы не знаю, сколько лет было Билхе, но, знаете, бывает, что женщина, даже немножко старше, может быть... Особенно для молодого человека, которого не, не, не было никогда женщины, могло что-то произойти. Мы же не знаем, за все очень коротко описывает. То есть могло быть это чистой воды. Желание, которое он не смог преодолеть, такое бывает. Наоборот же восхваляется Иосиф тем, что он смог преодолеть подобное желание. Значит, это не просто, это редкость скорее. Ну, в разных ситуациях Там у Иосифа была особая ситуация, что он все время еще и искушала эта жена господина, и он был в ее власти. В любом случае, такое бывает, грехи бывают у людей. А, вот. Потом может быть вариант, что он что-то хотел этим сказать, опять же, тем, что он переспал именно с Билхой. Это, в принципе, не противоречит идее, что он именно хотел как-то унизить Билху и показать, что, он, да, что, что Якову не нужно быть с, с, с этой э, женщиной, которая стала соревноваться с его мамой. Вот. Или, как некоторые говорят, что он не хотел. Чтобы у Якова были еще дети, чем больше будет детей, тем меньше будет наследие у Рубина. Он же двойную порцию должен получить, как первенец. Так он, может быть, из-за этого он хотел обесчестить Билху. Кто знает, что там точно произошло. Но вот, если человек, в принципе, принимает эти стихи в буквальном смысле, то, скажем так, он не еретик, как минимум. И никакой ереси в этом нет. То есть считает, что, окей, у Хазали есть одно мнение у некоторых из мудрецов Талмуда, но есть и другие мнения, и другие комментаторы которые считают, что это можно принимать буквально этот стих. Вот. На самом деле, ведь весь смысл Торы не просто восхвалять людей. В этом отличается Тора от других книг других наций, которые обычно описывают, да, особенно в религиозных книгах, там всегда все, что делает их лидер, да, все, что делает основоположник религии, это всегда идеально. Там ничего плохого по определению быть не может. Иисус для христиан, например, Мухаммед для мусульман, это образцы талона во всем абсолютно они не могут ошибаться с точки зрения их приверженцев. Вот. А у нас как раз Тора или никаких проблем не имеет с тем, чтобы критиковать самых лучших людей. Моше, Шломо, Давид, э, ну, здесь Рубен, да, Яков тоже. Тора критикует великих людей и, э, и учит о том, что человек, он остается человеком, и э, если праведник согрешил, согрешил это не значит, что он уже навеки вечный э, будет э, теперь э, да, в гигеномии, да, и что нет никаких, никаких исправлений. Это христиане придумали, что, что грешник не может исправиться, поэтому нужно верить в Иисуса, и этим человек спасется. Это все чепуха. В говорится, что грешник, конечно, может согрешить, но потом можно исправиться и вернуться, и Всевышний примет раскаяние. А наоборот, верить в кого-то и этим получить спасение. Такого никогда не бывает, чтобы человек. Поверил какого-то другого человека, что тот каким-то своим страданием искупил грехи всех остальных, а теперь, если поверить в его страдания, то каким-то образом все твои грехи тоже будут искуплены. Такого никогда нету. нет. Вот. Вера во Всевышнего, конечно, очень сильно помогает. Ну и раскаяние, главное, это шуба, да, самая большая митцва в каком-то смысле, включающая все, все остальные, это раскаяться перед Всевышним, если человек согрешил, и решить больше так не делать. Вот. Рубин, согласно Хазаре, он долго очень... Раскаивался. И дело в том, что и внешние проявления раскаяния, внутренние раскаяние — это в первую очередь решить больше так не делать твердо решить, больше не грешить и, и соблюдать это решение. Но есть еще много внешних проявлений: поститься, там, допустим, носить мешковину, разные принятия, на себя добровольные страдания. Так говорят, и мы это увидим немножко в следующей главе: что Рубин да, не участвовал обычно в пирах, да, в, в пирах других братьев. И, в общем, он постоянно был в, 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 постился и постоянно, так сказать, брал на всякие страдания. В общем, он. Долго очень раскаивался. Позже Рубин очень хорошо себя поведет в отношении Иосифа и будет пытаться его спасти. Несмотря на то, что Иосиф представлял ему соревнования, да, он как бы был первый сын Рахеля, а Рубин первый сын Леи, Но Рубин, тем не менее, будет пытаться спасти Иосифа. Некоторые сказали считали, что Лея уже предвидела, что таким будет Рубин. И в том числе, когда она назвала Рубин смотри, сын. Что, как бы сказал, смотри, какой у меня сын, какой, как он отличается от сына моей свекрови, что, э, что сын моей свекрови, то есть Исаак, да, брат Якова. Он хотел убить Якова, когда Яков получил приворотство А вот э, э, мой сын Рубин, он э, будет спасать Иосифа, несмотря на то, что Иосиф стал главным, э, а Рубин был отодвинут на второстепенную роль. И, тем не менее, он не не э, э, не, не 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 ненавидел Иосифа, э, а наоборот, пытался его спасти. В общем, у Рубина было много, наверное, и таких сторон, и таких. Колено Рубина, между прочим, произвело великого пророка Хошея, вот считают Хазаль, что Хошея, первый из малых пророков, так называемых, он и был из колена Рубина и вот призывал евреев к раскаянию. Мы читаем его отрывок как раз в субботу раскаяния между, между, между Рошаном и йом Шува Исраэль. Кстати, многие общины читали этот же отрывок в прошлой Хавторе. Знаете, вот Хавтора в главе в яйце, у Ашкиназима это конец Хоше, а у Сифардзим это предыдущий отрывок. И тот, тот, тот отрывок подходит, там какие-то есть элементы того, как Яков убежал работал за жену, и то, как Яков встретился с ангелом. Поэтому к этой главе к предыдущей есть какие-то элементы, авторы и Ашкинадзим, и сифарки вроде подходят. Вот получилась такая интересная ситуация, что Ашкиназим читает одну и ту же хавтору, и в «Субботу раскаяния, в смысле, части этой авторы, конец фашея. Шува Израиль, вернись Израиль. И, соответственно, в субботу в Айце. А Сефардин читает предыдущий отрывок. Так что интересно, многие ашкенази, наоборот, предыдущий отрывок, который Сефардин читали в прошлую неделю, будут читать в эту неделю. То есть в главе вышла. Но тут тоже очень интересно получилось. Я видел статью целую, где пытается автор доказать, что это была ошибка переписчика на базе какого-то неправильного издания с ошибкой лет так 400 с чем-то назад. А именно, что все общины всегда читали к нашей главе в Ишлах, вот сегодняшней главе, читали пророка Овадию как Хавтору. Потому что в Овадии именно описывается падение дома, да, и у нас в конце, соответственно, последние слова про дома будут в конце нашей главы про Исава. Поэтому очень логично будет читать Хавтору из Овадии. И так и Рамбам пишет, и Абудархам, и Лвуш, которого Ишкиназм использует как источник для всех наших авторов. с какой стати стали читать из Хошея? что то была какая-то ошибка переписчика, они там перепутали между двумя главами, между двумя отрывками. И потом, когда стали это исправлять, то исправили в одной главе, какую именно, какой именно отрывок из Хошея читать, но не исправили, что во второй главе читать вообще о Ваде, а не Хошея вовсе. Так вот сегодня очень интересная ситуация. Сегодня почти все Ашкеназим снова читают о Ваде. В Америке практически все хумаши, которые издают, и в Израиле тоже для ашкеназских евреев пишут о Ваде, так же, как и для Сефардин. Читать про Ваде. Но есть в Англии, в Германии, еще в каких-то местах в Европе до сих пор старые обычаи читать автору из Хошея и в этой главе тоже. То есть, получается, в обратном порядке читают. В прошлой главе Ашкин читает Хошея «Вернись, Израиль», «Шува, Израиль", А вот в нашей главе читают отрывок предыдущий. В, в, это все конец Хошея, но, но, но не самый конец. Самый конец вчера, в прошлую субботу читали. А в, в эту субботу вот в Англии и в других местах будут читать отрывок до этого, про, про, то, как, как говорится, как он с ангелом там боролся, да, это больше подходит к главе в Ишлах. А, окей, okay. давайте остаток уже оставим на завтра. Есть какие-нибудь вопросы?